И где мы? Судя по карте Гулда, к воротам прямо. 33-й батальон. С печалью сообщаю, что эта война унесла жизни еще нескольких наших. Заряжаю. Но не горюйте. Благодаря их жертве, агент Гулд отправился прямо в самое пекло. Не будем отчаиваться. Агент Рикс и бойцы отряда Дельта, настанет и их черед. Полагаю, это ворота. Адамс, убери часового. Так точно. Отдохни. Итак, Луга, что нас там ждет? Армия. Небольшая. Офигеть. И как пробиваться? Это поможет. Ладно, заряжай. Да ты шутишь, что ли? Это же белый фосфор. Я в курсе. Но так нельзя. Вы видели, что он делает? У нас нет выбора. Выбор всегда есть. Нет. Не тот случай. Командир Уокер, мы ждем. Вали его! Готов! Приказ именно так. Так, включаю камеру. Камера включена, сэр. Есть система наведения, готовы? Я понял тебя. Уокер, нужно заметчики! Нет. Все кончено. Он прав, Уокер. Ладно. Закончим. Спускаемся. Скорее к воротам. До прибытия подкрепления.
За что? Вы сами виноваты. Мы помогали. Что? А нет. Это гражданские? Откуда они? Здесь же нет лагерей. Они из гнезда. Из отеля у фронта бури? Нет, 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 нет. Это не похищенные гражданские. Невозможно. Это они. Поэтому Гулт начал штурм. Дело не в воротах. Он спасал своих людей. Мы пойдем дальше. Что? Подкрепление вот-вот прибудет. Надо идти дальше. Но, Уокер, ты не... ты даже... Эти ублюдки заплатят. За все. Так вы со мной или нет? Куда отступать? Убейте их! Враг вне укрытия! Лежать, сука! У него лоба, бежит! Бегу! И еще один! Спускаемся!
поиски. Может, нам удастся понять, что здесь происходит. Карты, припасы, патроны. По мне, так обычный блокпост. Нет, надо посмотреть наверху. Смени магазин. Неизвестно, что нас там ждет. Вряд ли будет тяжелее, чем снаружи. Эй, осторожно, Луго. Нет, он прав. То, что там произошло, это ужасно. Но нас вынудили. И я знаю, кто. Готовьтесь.